Бам-барам! Бам! Mini, while still keeping the expansive edge-to-edge Super Retina XDR display. It's smaller and lighter than our 4.7-inch models like iPhone 8. Будто Big L, Kick Air, Snitch Day, твоя флейба X-Air. Мои мысли X-Ray, залетаю на слейм и давлю весь твой гейм. Твой сон на худ, ребят, тут не врут, на твой совет. Прямо сейчас Леонид Каневский. Да кто же преступник? И куда исчезают люди? И та же мучительная загадка. Кто он, изменник и предатель? Кто стал чужим среди своих? Жизнь скучна, везде непруха, заходи на расслабуху. Расслабуха, жизнь прекрасна, заходи, у нас тут классно. Классно, классно, классно. Всем привет, сегодня историческая дата, 2009 год, я купил себе телефон Nokia, 2 мегапикселя, ребят, просто нереальная камера, вообще вы не представляете даже. Просто вот, смотрите, увеличивает зум. Вообще камера сверхкрутая, я не знаю, таких камер я еще не видел. Вы просто посмотрите, как он приближает. Вообще, все видно, вот, горизонт, дома, все. А вот смотрите на расстоянии, чтобы вы понимали, вот моя рука. Представляете, ребята, до чего дошли технологии? Всего лишь 2009 год сейчас. Коли ви називали українців хохлами, коли ви знущалися над нашою державою, але ви зможете сказати об этом заключенні. З цим клоуном сложно вставити хоч слово. Впрочем, довольно быстро Байден пішов. Let's go to the Nether. Okay, yeah. Whoops. Alright, let me light it. Whoops. Hey, you want some wheat? Dude, I'm so hungry, bro. Okay. That's not water. Oh yeah, here it is. Well, there goes my redstone. Hey, I want to show you my minecart. Oh yeah, let me see it. I guess I missed it. That's alright, though. Okay. Dude, we forgot doors on our house. We did! We don't want the zombies coming in. Come on now. Alright, here, follow me. Alright, let's go in. Oh, we forgot the window too! Oh, it's fine, I got some glass. Alright, cool. Alright, let's go. Hey, dude. I reckon it's bedtime. It's been a rough day. Yeah.
Александр, что можете пожелать нашим подписчикам, которые вас очень любят? И когда мы готовились сюда прийти, мы сказали, что спросить у Александра Дягилева. И один сказал, спроси, он попу мыл. Блять, ну какие у вас ужасные подписчики, ну ёб твою мать. Короче, ребят, давайте так, по чесноку. Попу мыл.